Вот, пожалуйста, инспекторам сделал замечание, текают по дворам с музыкой. Инспектора, инспектора, постойте, 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 инспектора, куда, 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 стой, 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 куда поехал, эй! Остановитесь, остановитесь, куда вы едете, мне помощь нужна. Куда вы едете? Остановитесь, я говорю, я за вами бегу, вы не видите или что? Я не вижу, как вы не видите, что вам по машине стучат? А что вы сигналите? Остановитесь, что вы сигналите? Я вам объясню, почему. Вы мне по машине стучат? Я, да, вам. Остановитесь, пожалуйста, мне нужна помощь ваша, остановитесь. Пожалуйста. Инспектора, будьте любезны, остановитесь, пожалуйста. А что вы не пристегнуты ремнем? Я сейчас вам объясню, остановитесь. Мне объясните? Да, ремнем безопасности. Остановитесь, я вам объясню. Я ремнем безопасности. Хорошо, остановитесь, оформите. Пристегнуты. Я не против, остановитесь. Что вы стоите на своем ряду? Я с говорю, этого ряда только налево. Отлично, я прошу помощи. Налево, с этого ряда. Я понимаю. Здравствуйте, инспектора. Здравствуйте. А как вы не видели? Помощь? Какая помощь да. нужна? Я остановился на светофоре перед этим. Вместе с вами. Вы вместе со мной? Да. Не знаю, что вы говорите. У меня она зафиксирована. Вы не знаете? Нет. Вы не в курсе? Нет, я не в курсе. У меня есть видеорегистратор. Хорошо, ну. Вы не останавливались? Нет, я не знаю. Я до этого вас помощи не просил. Знаю. В смысле, вы мне помощь просили? Какую я до этого остановился на светофоре. Вместе с вами сравнялся, открыл окно. Сказал вам, что вы тупите, дословно. Вы меня... сказали? Да. Я не знаю. Помощь какая вам нужна? Давайте так, помощь какая вам нужна? Я вам объясняю. Какая? Вы слушаете меня? Нет, помощь какая нужна вам? Я говорю, я говорю, вам нужна какая да, помощь? Вы меня какая? Вы объясните мне помощь, что у вас случилось? Как вас зовут? Меня зовут Николай, фамилия Николай. Мазуренко, да, инспектор будьте патрульной службы. Можно увидеть ваш значок? Да, ваш, давайте. Ваш. Почему вы без значков вот стоите? Вот мой значок, жилет, я вижу. Будьте любезны, перевесьте его, чтобы было видно. Хорошо, перевесьте. Нет, вы мне скажите, что за помощь. Я говорю, помощь, говорите, я на вызов спешу. Скажите, какая помощь. Да какой вызов? Я вам я еду на вызов, объясните мне, какая вам нужна помощь. Послушайте меня, я за вами бежал, стучал вам по машине. Я не знаю, где вы. Смотрите, идите сюда. Как вас зовут? Следы меня, Александр. Я на вызов спешу, какая вам нужна при помощь? Вас водитель нарушил два правила движения, а именно... При нас нарушил? Да, обогнал вас да. на перекрестке непосредственно. Я не видел данного правонарушения. Вы не видели, у меня есть. Нет, я не видел данное правонарушение. Я говорю, мы на вызов едем, скажите, какая так вам я вам объясняю, помощь. При вас водитель нарушил да. два правила какой ПДД. Водитель автомобиля. Какого автомобиля? Трафик, Рено. Госномер данного автомобиля. Все записано у меня. У вас записано? Слушайте, что вы, я вам объясняю, что вы себя ведете как идиот. Дословно я объясняю. Я еще раз говорю, послушайте, хватит выражаться. Что, а вы уже говорили мне? Вы уже говорили мне это? Нет, я вам сейчас я говорю. Я остановился, спросил. Помощь вам почему? Какая нужна? Вы не реагируете на правонарушение, я хочу какое написать заявление. Я остановился, вам сказал. Вы мне сказали, я с вами общаться не да желал. У вас музыка орала разговор. В машине. Музыка, орала. Вы хотите написать заявление? Да. Давайте проследуем в свой русский рум. Не-не-не, я не обязан этого делать, я на месте напишу, достаньте листик, что? Ручку, я вам подам. Едем. Я понимаю, да, но я хочу подать заявление. Не надо, мне я нужны хорошо. Вы нарушили, я на вас запишите хочу написать. Запишите мои данные и напишите заявление. Ну, я хочу вам написать, вы мне отказываете? Еще раз говорю. Вы отказываете я мне? Я в свой русский рум проследую. Вы? Я на вызов спешу, еще раз говорю. Вы с музыкой ехали, слушали музыку на всю громкость. Я еще раз пишу, на вызов. Так что теперь? Давайте Заболотного 18, не надо мне Заболотного, я не обязан этого делать по закону. Вы слышите меня? Я вам хочу непосредственно подать заявление. Заявление. Какое вам, заявление? Вы просто передали за ваше бездействие. Заявление на меня вы да. хотите мне же да. подать? Да, вы передадите своему руководству. Да, я так делал 100 раз. Ну, человек, говорю, что вас удивляет? На вызов, так что теперь давайте можно нарушать? Я говорю, за вами бегал, стучал. Почему вы я не реагируете? Знаю, что вы за мной бегали. Вы не слышите? Музыку тише надо делать в машине. Вызов, куда поехали? Вам. Куда? Вы отказываете в помощи? Я понимаю. Что вы толкаете? Отойдите, да, я сижу. Что вы толкаете? Не могу понять. Куда поехали, ребята? На вызов говорю. Я говорю, нет, примите не заявление. Хорошо, ваше удостоверение. Тоже. 18, да. Удостоверение показывайте. Двери, говорю, отпустите двери. Удостоверение покажу. Удостоверение могу ваше увидеть или нет? Да, покажи удостоверение еще. Конечно. И ваше, да. Что за нервы, я не понял. Вот. Потому что мы спешим на вызов, вы меня... Так вы с музыкой только что вы ехали. Вы за мной летите на автомобиле, говорите. А, так вы видели? Правонарушение вы видели? Где-то было. Вы да. только что мне сами вас сказали. Обогнали. Вы дважды, да. Так ну. вас обогнали на перекрестке. Кто вы не видите? Рено Трафик. Я остановился. Я не видел никакого данного правонарушения. Я, для этого я остановился вам указать. Вы сказали, я с вами разговаривать не желаю. Вы закрыли меня окно. Перепутали с кем-то? Как это у меня все есть? Вы меня с кем-то перепутали. Слушайте, что вы... Удостоверение смотрите, мы поехали. Перепутал вас? Да. Мазуренко.
Пойдемте, покажу на видеорегистраторе. Я говорю, я на вызов так еду. Так вы нарушитель, куда вы едете? Вы понимаете, вы мне говорите про правонарушение, которого я не видел? Вы новая полиция, вы обязаны помогать. Я говорю, мы на вызов вас обгоняют, ты с музыкой едешь, хамло. Я не вижу права врубил музыку, врубил я музыку. Еще раз говорю, говоришь, я с вами не желаю общаться. Все, отойдите, пожалуйста, от автомобиля. Куда поехали? Заявление. Мы на вызов едем, говорю. Заявление. А что меня толкаете? Еще раз говорю, отойдите от автомобиля. Заявление примите. Еще раз говорю, отойдите. Так я вам еще раз говорю, примите заявление. Я еще раз говорю, мы на вызов едем. Так какой вызов? Вы с музыкой катаетесь. Куда какой вызов? Что вы толкаете? Как отойдите, пожалуйста, покажу вам на видеорегистраторе. Отойдите. Хотите, покажу? Пойдем. Провокатор, отойдите от того. Какой провокатор? Вы хам, пойдемте покажу вам нарушение. Не мешайте нам следовать. Вы на слышите вызов. Или нет? Еще раз вам говорю. Зачем я мешаю? Я прошу помощи у вас. Какой помощи? Надо заявление. Да. Заблудный 18А, напишите вам заявление. Вы кричите? Так потому что вы провокатор, вы мешаете мне ехать на вызов. А вы хам, вы хамили. Еще раз говорю. Вы же хамили, да? Посмотрите на видео, хамили вам или конечно, нет? Конечно, пойдемте поехали. Покажу вам. Я еще раз говорю, мы едем не на вызов. Хотите помогать? Заболотная 18. Причем не заболотная, я к вам обращаюсь, вы же полиция. Вы же полиция.